Около 70 пар электропоездов выходило на маршруты и во время Кубка Конфедерации. По словам губернатора, такую же практику необходимо применить и в ходе предстоящего чемпионата мира по футболу. В свою очередь, руководитель РЖД добавил, что компания готова обсуждать все возможные меры для того, чтобы обеспечить перевозку болельщиков на самом высоком уровне. Также на встрече обсудили производство вагонов-термосов на заводе в Армавире. Этот образец уже занял первое место на конкурсе лучших инновационных разработок. По мнению Кондратьева, важно, чтобы такие вагоны были востребованы и предприятие было обеспечено заказами. По словам Олега Белозерова, РЖД поддерживает подобные производства на российском рынке.